Оккупационные власти начали готовить так называемых судебных приставов на временно оккупированной Херсонщине. Судовые приставы – это, по сути, исполнительная служба, которая должна реализовать решение суда. Для этого даже создадут специальность в местном университете. Конечно же, псевдосуды на территории, временно оккупированной территории Украины, они никоим образом не преследуют нахождение правосудия. Что это за судебные приставы? Сегодня все расскажем. Оккупанты начали подготовку молодежи для создания так называемых судебных приставов на временно оккупированных территориях. Судовые приставы – это, по сути, исполнительная служба, которая должна реализовать решение суда. Но одно дело, когда решение там, российского суда на территории РФ, и совсем другое дело российского судилища, которое не имеет абсолютно никакой юрисдикции на временно оккупированных территориях Украины. Так называемые судебные приставы – это чиновники, которые имеют право принуждать людей исполнять судебные решения. Они могут арестовать имущество, счета в банке, наложить запрет на выдачу загранпаспорта. Судебные приставы – это исполнители воли оккупационной администрации по усилению террора, по грабежу, по отъему там, бизнесов и ряда других действий против местного населения. Подготавливать будущих специалистов будут в техническом университете. Набор стартует в июне, и уже сразу студенты пойдут на практику. Конечно же, псевдосуды на территории, временно оккупированной территории Украины, они никоим образом не преследуют нахождение правосудия, а используются как карательный механизм против гражданских, а также выявление проукраинских активистов. Центр национального сопротивления напоминает, что любые так называемые государственные учреждения на временно оккупированных территориях, такие как университеты или суды, являются фейковыми. Используется ресурсная база украинских высших учебных заведений, других организаций, которые в свое время работали при свободной Украине, а сейчас просто используются эти учебные заведения для того, чтобы превращаться в репрессивный механизм путинского режима. То есть будущие судебные приставы будут пытаться запугать тех, кто поддерживает Украину, и у всех, кого им не получится сломить, они будут отнимать имущество или наказывать другими доступными способами. Ну, понятное дело, что это действительно системный и комплексный подход сегодня оккупационных псевдовластей на тот Украины для того, чтобы внедрять пропутинский диктат и дальнейшее беззаконие на соответствующих территориях. Добровольное участие граждан в этом органе оккупационной власти является преступлением. Особенно это касается судебных приставов, которые фактически будут работать на оккупационный аппарат.